Привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я покажу вам, как отключить колонку Harman Kardon Onyx Studio 6 от вашего Android устройства. Для этого мы отодвигаем шторку, зажимаем значок Bluetooth. Далее ищем название нашей колонки, вот оно, и нажимаем на название, на значок информации рядом. Далее нажимаем «Отменить сопряжение». Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.